Здравствуйте, товарищи краснофлотцы! Ну и танкисты тоже. Так. Реплойчики. Реплойчики. Иди. Ай! У нас. Встречный бой. Мы отказались от встречных боев, а все равно их втекивают. Зачем, непонятно. Нам превосходство больше нравится. Да-да-да. Менее предсказуемо. Одни мордодёры. Ужас. Нет, здесь еще. Ничего так. Два стага почему-то. Один леопард. Там два мордодёра. Там один мордодёр. Один мордодёр. Панцирь 4. Кто-то стреляет зачем-то. Демаскирует только нас. Сейчас нас демаскировать. Зачем? Нужно вспоможение. Ой! Ой! Бокс. Не пробил. Ну какой нехороший. КВ-1. Клим Ворошилов. А так себя ведет. Нехорошо. Такой героический человек. А? Это кто был? М7. Английский тяжелый танк. А это у нас Черчилль. А1. Не пробит. А так пробит. Что такое 30? Это вот. Ну ладно. Повреждение модуля врага. Не пробит. Черчилль, молодец. Молодец. КВ-1. Пошел КВ-1. Загорелся. Ой, какой-то большой там ущерб. 200 с чем-то. Ужас. КВ-1. Пал смертью храбрых. Клим Ворошилов. Один, совсем один. Можно, конечно, пристрелить. Но зачем? Пусть люди тоже кого-нибудь убьют. Ну и так убили. Можно было прострелить сквозь заборчик, потому что у нас бронебойные. А не. Не осколочно-фугасные. А золотыми мы вообще никогда не пользовались. Никогда. И теперь не пользуемся. Не будем пользоваться. Так. С
71 тысяча доход. Почему? Потому что мы чего-то здесь выполнили. Чего мы выполнили? Вот это выполнили. 49 тысяч получили. Получили 49 тысяч. Прелесть. Да. Так. Хорошо все. Пошли дальше. Вот у нас второй. Ну, всего 9. Всего 9. И расходимся. Так. Это издевательство, конечно, все. Одна и та же карта. Что-то с чем-то. Два мордодёра. А у них нет мордодёров. Вот. Неплохо, как дырочка нужна, а её нет. Когда есть дырочка, танка нет. Такая вот. Загулина. А что, мы здесь разве победили? Не может это быть. А, не успели. Опять дырочка. Так, вот на этот раз успели. А, здесь мы погибли, наверное. Но в конце победит кто-то другой. Вырву победу из цепких лапок конкурентов. Практически вырвут. Окружили тяжелый танк живьем. Ой. Так. Со всех сторон окружили. Как вам это удалось? Со всех сторон. Это кого один вроде бы за нами едет. А он не едет. Кого один. Он решил погибать на месте героически. Он мучится, понимаешь. Может, здесь нас не убьют. Но где-то нас убили. Это мы отдаем другому товарищу. Не стали стрелять, а этого сами укрыли. Там это как его панцирь. 3-4 вроде бы. Был. Тот, который за нами уехал. Союзник. Мы дали угробить, вот ему. Дали угробить. Такие мы великодушные. Ужас. Ужас. И там, окажется, мордодёр. Молчит, как у какого-то тяжелого танка. БДР-1Б. Вот. И даже живой поехал. А, он поехал на свою смерть. Он такой жадный, что чтоб никто вместо него не угробил тяжелый танк, пошел на таран и сейчас погибнет. Вот как плохо быть жадным. Не надо жадничать. Делитесь с товарищами. Ага. Плюх. Ужас.
с чем так поступать? Все это жадости. Вот мы не жадные. И трех угробили. Могли бы угробить. Четырех. Или пять. Но мы не жадные. Хочу. Так, третий. А, вот пустошь. Да, один день. Один день сплошь одна карта была. Карта, в смысле, не та, которая игральная, а та, которая игральная. Ну, которые играют, а не которые играют. Карта. Вот она. Пустошь. Радиоактивная. Мне нравятся игрушки, посвященные этой тематике. Песок в штанах. Зачем это все? Радиоактивный песок в штанах. Кому это может понравиться? Этот Fallout, Mad Max. Это моя. Какая бы ни была игрушка, атмосфера мерзопакостная. Они не понимают, что природа возьмет свое. И не будет все время пустыня. А наоборот, сделали бы все зеленым. Всяких мутантов сделали бы симпатичных. Персики. Фиолетовые. Дыни размером с дом. Ну, это же было бы симпатично. Надеюсь. Ужас какой-то. Пустыня Сахара. Бум. Это что, все тот же Панцирь 3-4? Нет, здесь Панцирь Д есть. Панцирь 4. Это Панцирь Д. Это какой-нибудь Матильда. То есть есть Матильда? Есть Матильда. Матильда. Загончик спрятался такой. А это не Матильда. Это немец какой-то. Немец здесь Панцирь и Панцирь Д тоже. Значит, Панцирь Д. Снимать. Обжарился, главное, так. Я думал, что мы отступаем. Значит, бежим от него. Но не тут-то было. Зачем мы его бросать будем, мальца? Не будем, мы о нем позаботимся. Матильда ушла от нас, Матильда. Матильда нас бросила на произвол судьбы. Панцирь 4, значит это. Ну ладно. Какой-то он странный панцирь. 4. А, здесь я. Сведу к ничьей. Ну тоже в плюсе окажусь.
проигрыш тоже плюс. Нам главное, чтобы в минус не уйти. А остальное не важно. Рейтинг нас не волнует. Результаты союзников тоже не волнуют, потому что они временные союзники. Временные союзники. Да. Они мне не друзья и даже не товарищи. Всего лишь компаньоны. Да, даже не компаньоны. Попутчики. Попутчики, попутчики. Вон, повредили модуль. Модуль повредили. Этот зачем-то подставился. А, это наш тяжелый танк. Уехал вон куда-нибудь от греха подальше. Нет, подставился. Чего это было? Черчилль один. А, ну ему уехать тяжело. У него мобильность никакая. Но зато броня хорошая. И он часто выигрывает чему-то. И чему-то. Черчилль один почему-то часто выигрывает. Почему так происходит? А Черчилль Ганкерриер много денежек гребет. Лопаты серебряники. Прям лопаты загребает и все. Поэтому ездим концевое, проездим так долго-долго и никого не встретим. Вот мы ездим все по кругу, сводим к ничьей. Он хитрый такой пошел. На последних секундах захватывать базу. Подумал, что я побегу за ним. Но я не побежал. И так хорошо. Ведь что мы какую-то задачу выполнили, да? И это броненосец, да. Получить минимум 2 единицы не пробить за бой, выжить в бою. Вот это мы получили как раз в этом бою. 1900 опыта. А почему так много? Ничего себе, доходность какая хорошая у мортадера. Правда, у нас урон 1718. Классный урон-то, между прочим. 648 опыта. Зато и доход 26 000. Прелесть. Это была какая? Ну ладно. Третья. Наверное, это мы уже смотрели. Тогда выйдем сейчас. Сейчас будем смотреть четвертую. Четвертую будем смотреть. Смотреть четвертую. Да, это оно. Это оно. 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 26 000. Да, это оно. Так, тогда четвертую будем смотреть. Карьера. Встречный бой. Опять встречный. Мы отказались от встречных боев. Они же опять нам все чувствуют. Как можно так поступать? Как так можно? Все усиливать.
Их не просят, а они суют. А, встречи не просят. Или... Захватываем базу. Никак нет, никак нет. Атаку. Кто леопард, скорее всего? Маленький. Маленький леопардик. Прям сразу наверхотуру. Прямо сразу. Никого нет. Мы пришли, а дома никого нет. Нас поджидают в другом месте. Такой ужас. Убивать сейчас будут. А мне доктор категорически запретил расстрелы. Категорически. О, мимо. И он тоже не попал к счастью. Опять мимо. Что такое 130? Ну ладно. Это не важно. Может, это потенциальный урон? Который нам хотели нанести, но не смогли. Что-то им помешало. Не пробил. Значит, это не наш потенциальный урон. Наверное, по нам. А почему потенциальный? А вообще, кого это интересует? Потенциальный урон по нам. По нам. По нам. Убежал от нас. Он нас игнорирует. Игнорит. Меня подсвечивает. Какая собака. Как он может сквозь кустик нас видеть? Непонятно. Ну ладно. Мы такие приземистые. Малепусенькие. Малепусенькие же. Как нас могут видеть? Непонятно. Загадка разработчиков. Почти природы, но не природы. А совсем наоборот. Бяки. Загадка бяки. Это мы сквозь горку хотели прострелить. Иногда это получается. Сквозь дом, сквозь гору. Я у других это видел. Прям на видео. Такой ужас. Вот сквозь эти штучки простреливают. Заботчик этот. Не пробил. Бок башенки. И не пробил. КВ-1. А так пробил. А так пробил. А так снова не пробил. А так снова пробил. А, это я вспомнил. Мы победим. Но победим. Это хорошо. Победим — это всегда хорошо. Но не так важно. Победа ничему не учит. Розыгрыш учит. Поэтому проигрывайте, чаще, дети мои. Проигрывайте. И будет вам. Тогда вам ваш. Ведь учиться на собственных ошибках.
Нет, кого один кого-то мародера убил. Че он полез на него, непонятно, ну ладно. Мотодер. Пунк. Вот мы ему отомстили. Все-таки пробили. Так, 13 000. Никого не убили, а денежку заработали. Ну, правда, 623 урон. Не так уж и плохо. Так, четвертый, теперь пятый. Запомните, пятый. Так. Что-то меня все вот сюда закидывало. Как-то все. Все как-то так. Закидывало все. Подряд. Все время кидало сюда. Как это называется? Она как-то называется. Так, это я подумал, чего это мы бросаем? Тяжелые танки. Подумал. Но плюнул и растер. А это непонятно куда стреляет. Люди не озабочены. Потери серебра гуляют в воздух, как только захотят. На это неудачная позиция, потому что она простреливается с противоположной горки. Здесь подсвечивается. Оттуда простреливаются тяжелыми танками и самоходными установками артиллерийскими. Поэтому отсюда лучше сваливать. Мы вроде бы так и поступим. Свалим отсюда. Но только после того, как получим плюху. Плюху получим, и сразу как-то у нас появится стимул отсюда свалить. Пунк, мимо. Нет. Попал, но не пробил. Вот я плюху получаю. Вот оттуда. От француза. Вот зараза какая. Да. Ну и сваливаются. А здесь нас обижают. Здесь нас не любят. И мы уходим отсюда. Раз они такие. Вот так вот. Вот. Что делать? А, это прелесть. Редкий случай. АФК называют. Не за клавиатурой. Не за клавиатурой. Вот он вышел. На минутку. За прохладительными напитками к холодильнику. И вот. Вот что я делаю. Изверг. Видите, что я делаю? Такой шалун. А ужас. А потом меня за это денежку заплатят. Правда, на эту денежку ничего не купишь, но заплатят. Серебряники. Конечно, можно было бы поехать убивать француза, тяжелый танк. Но пока мы ездим, этот мог прийти от холодильника прохладительными напитками.
устроить нам веселую жизнь. Кто его знает? Может, он танкист? Ас. Ас. 67 тысяч. Это как-то. А почему здесь нет этих самых? Ну это не может быть, это мы какое-то задание выполнили. Просто его нет. Нет, почему-то не видно этого задания. Да, хороший урон. Урон очень хороший. В общем, мы здесь лучше всех. Почему-то. Нежданно, негаданно. А, это потому что это тарифка. Но не только. Не только. Мы вообще молодцы. Не так уж и много у него это самое. Жизни. Чтоб так. Это вот так вот. Да. Ладно. А сколько у нас жизни? А, ну ладно, потом. Это не важно. 5-6 теперь. Все, больше половины посмотрели. Да, можно. Можно отключаться.